День шестой. Семьи Изи собрались ехать в Севастополь погулять. День России сегодня. Думаем, что-то там будет интересное. Ну, парад оркестров, да? Оркестров. Парад военных оркестров будет. Не знаю, попадем, не попадем. В общем, по обстоятельствам посмотрим. В общем, выдвигаемся в Севастополь. Заехали на заправку. Так, а бензин что у нас? 49,99. Дешевле, чем на других заправках. Заправились. Едем дальше. Что посмотрели? Такси такая желтенькая. Так, что у нас тут? Добрый путь. Такие эти. Не, а, нет. Это помнишь, я не снял. Не снял тогда. Металлический какие-то. Нет, не здесь. Не здесь. А здесь вот тоже стоянка. Пляж, вот можно пляж. Остановиться, покупаться здесь. Вот, может, будем назад ехать. Вроде как кемпинга здесь, там внизу, наверное, пляж, только какой он пляж? Галька, песок, не знаю. Будет время, можно остановиться. Но опять будем же назад ехать поздно. До Севастополя 41 километр. Не до Севастополя, а я забил место до парковки в городе. Альпинисты, девчонки. Маленькие детишки там. Вот это что за стоянка? Вот это стоянка. Да этими. А, чем-то. Вот, вот они, альпинисты опять приехали. Альпинистам я бы точно не смогла, страшно. Я полазил там. Это, да? С той стороны же. Подожди, вот это я снимал тоже. Нет, нет, с той стороны были, ты не снял. Остановиться, а то что-то промелькнуло все. Когда разберешь. Это мы сюда сворачивали. По-моему, мы сюда сворачивали, когда она эту есть. Вот винодельческое хозяйство. Не-не-не. Да, да, Люд, смотри. Мы сюда сворачивали. А там тоже, видишь, вот когда мы ездили на плато газ. Мангуб. Хотел сказать, Мангуб Кале. Это город, да. Да, вот мы сворачивали здесь, теперь мы едем дальше. Вот. Здесь уже пейзаж будет сейчас меняться. Более такой пустынный, да? Ну да, засушливый. А вот тебе и Севастополь уже. Это еще не знак, стелла просто.
какой-то это пещерные города туда тоже. Где? Ну, там? Туда еще, куда указать чуть раньше. Два каких-то названия. Здесь уже не горы, а холмы какие-то. Виноградники. Вот змей кто-то запустил. Ой, тут их вообще много. Они привязаны, что ли? Привязанные. Привязаны, что ли? Продают, видно. Развязку. Это старая дорога. Вообще по середке пошла. Нам куда теперь? Прямо. Вообще непонятно. Вот туда. Кольцу и туда, да? Вот сюда надо. Что у нас тут? Никого нет. Видишь, карта начерчена, ну, с учетом объезда. Как. Без этого мы сейчас вообще не знали, куда ехать. Ой, да. Кольцо было, мы да, налево пошли. Какие-то промзоны какие-то были вообще. Нет, я вообще имею в виду, в Крыму как-то все равно, мне кажется, стало похоже. Ну да. Какие дома все. Двухэтажные. Двухэтажные. Севастополь.
Славянский базар. Туда, куда поворачивать, маршала Бензона. Здесь направо и потом налево. Смотри, гаишников много стоит. Это в честь праздника, наверное. Так, у нас стрелка уже горит. Чего он стоит? Почему он стоит? Сюда и теперь налево будет. Улочки подлетают. Ну, тут такие современные прям здания уже. Байкеры везде есть, как и цыгане. Есть почта России, а здесь почта Крыма. Старый город, наверное. Бег уже начался, о котором говорили. В Севастополе начался велопробег в честь Дня России. Ура! Севастополь, привет! Грандиозный велопробег. Много народу прям, я не знаю, тысячи, наверное, будет. Движение перекрыли. Нам по кольцу ехать. Вот мы стоим. Вон тут и дедушки, и молодые, и девушки, тетеньки. У всех разные велосипеды. Ой, слушай, нескончаемый поток. Никому сигнал. Сейчас это потом никому сигнал. Thank you.
колесе едут. Там он на камеру такую снимает. Все завершается. Надо было выйти сюда. Ой, какой велосипед тандем. Впереди ребенок крутит педаль, а сзади взрослый. Желтый. Так, мы едем туда. Что убрало? Крупно. Крупно, как оно было. Нам надо туда. Вот в эту полосу. Сюда. Мне кажется, мы по этой улице как раз туда-сюда мотаться. Двигается Райкер. Райкер? Без навигатора мы вообще не это. Тут вообще чуть ли не запрещено туда ехать. Да. Какая улица? Еще рано. Там уже забыл, какая улица, но увижу, вспомню. Стоянка. Так, нам прямо. Тоже узкие. Вот машины поставили и все. 19-го. Так, нам левее, правее, то есть уходить. Чуть-чуть. Тут кольцо такое. Дома старые тоже. Так, поворачиваем. Ага, тут теперь налево. Какой-то небольшой. Памятник Володе Ульянову. Самое интересное, как машину так, нам туда. Поставил. Нам вот туда. Слышь, как машину где-то поставил. Центральный колхозный рынок. Так, сейчас. Тут зигзаги такие. Вот я не пойму, сейчас туда наверх. Что? Наверх, а потом вправо. Чего? Ужас какие-то. Вот тут вправо.
Ну что, нет, вот вправо. Вообще без волос. Бар «Эти русские» называется. Мы почти приехали. Почти приехали. Вот парк какой-то тут. Может быть, и раньше где-то можно было встать там. Причал паромов и катеров. Артиллерийская бухта. Так, нам налево. Вот встал тоже. А мы через сплошную должны. Вот тут какие-то горки. Должна бесплатная быть. А может, ее уже и платно сделали. Слушай, офигеть, от отсюда нам надо будет выходить потом. По жарюке. По жарюке. Так, проскочила, что ли? Нет, Люд показывает еще. Нет, Люд, надо было повернуть уже. Вон она стоянка. Что-то, судя по этой хрени, что она... Нет, вон не стоянка. Да? Сейчас. Вот блин. Сейчас бы я. Что-то тут видишь, что там веревки какие-то висят. Тут стройка. Ну, что-то я не понимаю. Не работает. А они, наверное, не сделали, они делают, ты видишь? Работает. Показывает, что это сюда. Фиг я знаю. Показывает сюда. Добрый день! А тут автостоянка. Или тут автостоянка, мы возле стройки свою ставим. Что? Тут навигатор показывает, что тут стоянка. Да, здесь стоянка. Вот сюда подниматься, да? Да, да, да. Ага. Сюда. Спасибо. Почему? Тут еще стройка идет, видишь? Что тут больше грузы какие-то стоят вообще? Тут оказывается елки-палки. Володя, что-то не то. Давай отсюда уедем и там где-нибудь поставим машину. Ну да. Что-то так. А показывает, вот, прибыли на стоянку. И что она молчит вообще? Да, вообще она... Ты видишь, вот, П. Я вижу. Это стоянка. Почему она голосом ничего? Потому что громко стоит. Наверное. Ну, ты молодец, сказала, красиво. Мы это все и запишем. То есть уже записали. Что галку себе поставим. Самое главное, едем сюда. Чего же она не говорит-то? Как же она скажет, если нет возможности такой? Так, вот памятник солдату и матросу. Только мы стоянку не нашли. Сейчас спустимся вниз, опять посмотрим. Внизу. Короче, уехали мы с того места, там стоянка какая-то для грузовых машин. Вот. Припарковаться вообще проблемно здесь. Вот кое-как нашли, ехали наобум. Вот такое место нашел. Даже не знаю, что за улица. Тут какой-то парк. А мы заезжали, похоже, оттуда. Что-то я узнаю так визуально. Оттуда ехали и повернули туда. Ну, я думаю, можно здесь машину и оставить. И уже пешком идти по городу.